Пару слов скажешь, Сам. В Инстаграм заебеем, как житель района. Район Слобода, городецкая рупись. Вот такой срач, уважаемые чиновники, находится в Слободе. Остановка, центральный магазин. И вот так сегодня, 27 мая, день пограничников. Давай, скажи, брат, как считаешь? Ну, блин, скажи, как главе администрации, главе города, друзья, вот ну что такое за Непорядок, по большому счету. Да не то, что непорядок, пиздец. Здесь же вообще караул, а? Не хочется ругаться при маленькой девочке, а на самом деле бардак полный. Магазин. Вот так, господа чиновники. Вы, пацаны, скажете, что за мусор? А? Чиновникам. Никогда. Подожди, не торопись. Главе города, подожди, братан. Братов, не обвини, ну не обессуй. Ну скажи за город, блядь, что? Очень редко убирается и плохо. Постоянно здесь мусор остается. Очень редко убирается. И плохо, очень плохо. Постоянно полные бачки. Брат, скажи, как считаешь, нужен, что ты? Ну я вижу хлам, я не знаю, я не местный. Я понял, города. Все понял. Ну, в общем, вот глава администрации Жиаков, Поляков, начальник земского ЗАГС собрания этот, который закон у нас придумает. Вот, придумайте закон, чтобы все не убрать вот эту территорию, блядь. Поставьте бачки, я не знаю, как это все делать. Я по мусору, вы скажете что? И я к вам по мусору. Ага. На протяжении 10 лет. Ага, отлично. Вот просто, это невозможно. Но я хочу сказать, что убирают часто, и вот эта цапалка часто работает. Единственное, что вот эта цапалка, видите, эту вот яму здесь как болотина образовалась. Ага. Убирают-то часто, но и много это... Ну, вам нравится вот такой, бросает. Вот такой нет. А мне вообще... не нравится. Не, вот в договорах же прописано, вот это надо убирать. В договорах, прямо вот где вот за управление отходами, там прописано. Убирать 6 метров. Здесь даже 6 метров ничего не убрано. Знаете, сюда... Вы писали куда-то? В АТИ? Мы звонили, в редакцию звонили, везде звонили. Приезжают сюда эти... экскурсии, так. Они мне подходили и говорят, как вы только живете в таком мусоре. То есть сами туристы, которые? Туристы, это вообще просто. 10 лет вот у нас такой. 10 лет такая срач. Вот такой 10 лет. Вот, главе администрации Жирякову, как вы будете на оперативке сидеть, только не закрывайтесь от народа. Вы же выбраны сегодня народом или кто от вас поставил, друзья. Вы все-таки приберите город, вы сегодня деньги получаете государство за это дело. А то, что сидите. Вот так, это городецкая роспись у нас находится, магазин центральный, остановка, и вот жители района Слобода. Вот такие, друзья, у нас в городе-городце такая у нас уборка территории.